Всем привет! Как бы вы ни копили деньги и как бы вы ни планировали свою жизнь, всегда может случиться какой-нибудь форс-мажор. И вы будете просто зависеть от обстоятельств. Вот, собственно, это и случилось со мной вчера. Я ел виноград. Виноград был без косточек. И что-то пошло не так. В общем, у меня вылетела пломба. И как вы уже знаете, медицина в Америке — это очень дорогое удовольствие. И я не знаю, что меня ждет и сколько мне придется за это заплатить. В общем, нас ожидает с вами поход к дантисту. Все, это закончилось. И да, я опять не чувствую пол рта. В общем, мне это обошлось в $150. Один зуб, у меня вылетела пломба. Ее заменили, все посмотрели, все было хорошо. Мой вам совет: не затягивайте с зубами, это очень стрёмно, больно. И, короче, ходите в платную клинику, идите прямо сейчас, ничего не ждите, пожалуйста. Вот, в общем, все, всем пока. Да, господи, я не чувствую здесь ничего.